В Доме музея народного художника Бориса Пророкова открылась фотографическая выставка. Представленные работы, пронизанные красотой знакомых волжских пейзажей, освещенные настоящими человеческими эмоциями, созданы фотографом-священнослужителем отцом Петром. Когда я смотрю в объектив, мир действительно меняется. И на самом деле, когда есть что-то очень действительно глубокое и интересное, то именно через зеркальный аппарат он позволяет как бы переместиться вот в момент съемки в некое другое пространство, вот на какую-то долю секунды, вот туда провалиться, а потом вернуться на землю. Творчество этого фотографа знакомо многим ивановцам. Выставки в Фонде культуры, в ряде музеев города, большие проекты в художественном музее всегда притягивают к себе массу людей, готовых забыть о сиюминутных проблемах и погрузиться в подлинный мир фотографии. Меняется все очень быстро, поэтому когда, даже природа на самом деле, то есть снята одна и та же природа, в этом году, в прошлом, там два года назад, она меняется, ничего не поделаешь, это просто мир меняется, река Немда, так сказать, вот она такой была в прошлом году, я думаю, что может уже никогда не будет, потому что, чтобы быть таким удивительным северным куском, нужно, чтобы Волга опустилась на 3 метра, вот как ее опустили в этом году, и обнажилась огромная вот эта вот старая территория, получились пляжи, там по 150 метров шириной, и совершенно другое ощущение. А обыкновенно это такая речка, прижатая к лесу, и она другое совершенно ощущение несет. Многие работы автора действительно близки по духу к классической живописи. Наполненные светом, фактурные фотографии природы обладают своим особенным шармом, близким к левитановской эстетике. Я первый раз, я была прям в восхищении, очень хорошей фотографией, вот как будто написано рукой. Прям все так прочувствовано, очень хорошо, особенно вот эти вот мне понравились. Для любого фотографа важно оказаться в нужный момент в нужном месте. В этом кроется успех репортажной фотографии, которой отец Петр также уделяет большое внимание. Именно вот такие моменты, которые вот глазом очень трудно уловить самому, когда ты находишься на природе. Это очень важно, вот уловить этот момент, взгляд. Как говорит сам автор экспозиции, секрета поиска сюжетов не существует. Просто нужно всегда брать фотоаппарат с собой, а момент приходит сам. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ Иваново.